Ну что, будни, будни Наташи возвращаются. Я в платье решила выйти, а то что-то я его не ношу. Сними-ка меня, покажи. На юг я его не брала, потому что оно длинное. А так прям мне нравится. Яна говорит, пошли погуляем. Я поспала, приехала, свалилась, поспала. Белье тут стираю. И пойдем в Фикс Прайс, она хочет. А я думаю, не купить ли мне той самой кильки. Ну, посмотрим, как она выглядит. Что мы дома, все. Эх. Ты еще молочей цветы купить. Пластиковые. А-а-а. Что на этом? На кладбище? Ну, завтра поедем. Дорого. Завтра хотим на кладбище съездить. Ну, решим завтра с утра. Как что? У нас, кстати, в поезде ехала с нами ротовирусная инфекция, так что, не дай бог, конечно. Мальчишка маленький сначала, прям годика два ему, потом вчера женщина на Дане ехала. Плохо было сзади, ребенок тоже потом. Ага, мы были совершенно здоровы, ждем. Ну, может быть, все ничего. Так что я в другом платье. Я просто достал джинсы, хотела одеть, а его надо гладить. А мне так лень, а все остальное стирается. Все. Это на себя как раз. Не проспи у нас здесь. О. А, это сплошно. Всего 349 рублей. 1000 мелочей надо посмотреть. Ну так, давай и завтра сюда зайдем. Цены просто посмотрим. Ну, вон тебе поднос кушать. Мне сейчас ничего не надо. Мы будем устанавливать мой бюджет. Это есть поднос? Да. Угу. Ну, тут, конечно, вот тарелку кладешь и... Такой у нас вот Фикс Прайс. Я не знаю, что нам надо. Что я принесла? Что мне надо? Бодягу. Ищем с Яной ананасовый сок. Нет? Только смесь. Теперь мы, ну, завтра посмотрим, может, там есть кабачки наросли. Нет, мы купим. Теперь мы в спаре. Торшик тут какой? Я не хочу. Это вкусный торт. Я не хочу так. Я лучше барбус купила. Спар. Сняли. Сходили в спарыш. Зашли, да? Сейчас посмотрим, что есть хорошая килька, нет хорошей кильки. Нет, я купила себе кусочек окорок. На ужин. С салатом. Ну, не знаю, посмотрим. В общем, все обзор покупочек. Обзор покупочек вы увидите. Арбузы у нас 30 рублей. Как, в принципе, и на юге. Точно. Будь здоров, Ян. Пошли за той самой килькой, если она красивая и свежая. Все, мы закупились. Килька-то оказалась ничего, не знаю, как на вкус. Сейчас будет обзор покупочек, и, конечно же, пожрем.
Да, да, да. Всех обняла. Пока-пока, ваша Наташа.